У слияния Сухоны и Юга вырос в давние времена Великий Устюг. Мастера этого древнего русского города славились тем, что металл, одушевленный их стремлением и поиском, оживал, превращаясь в произведения, что радуют и долго живут с человеком. Старинный промысел чернения по серебру сейчас возвышают и развивают художники завода «Северная чернь». Елизавета Федоровна Тропина, главный художник этого предприятия, вместе с учениками наделяет свои произведения изяществом, лаконичностью формы, тем, что отличало изделия старых мастеров. В произведениях наследников-создателей Северной черни нелегкое, терпеливое, тонкое ремесло превращается в настоящее искусство.